Всем привет! Это программа «Дополнительное время». Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и названия команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Игра хоккейного клуба «Саров» против «Рубина» заставила болельщиков изрядно понервничать. В первом периоде гости атаковали саровских спортсменов и практически сразу распечатали ворота соперника. Хозяева льда пытались отыграться, но удача оказалась на стороне тюменского клуба. На последних минутах первого периода игроки «Рубина» отправили еще одну шайбу в наши ворота. В первом периоде, в общем-то, удачно мы забили. Большинство, что, в общем-то, не шло последнее время, много работали над этим. Ну вот сегодня сыграло. Второй период, считаю, соперник полностью доминировал, полностью переиграл нас, задавил. Немножко мы поплыли там. Второй отрезок матча показал, что игроки хоккейного клуба «Саров» сдаваться не намерены. Взяв инициативу в свои руки, наша ледовая дружина забила «Рубину» две шайбы. Третий период стал решающим для обеих команд. Первые минуты игроки шли на равных, но в завершении встречи гости сумели вырваться вперед. Итог матча 2-4. У меня нет никому из ребят претензий. Все отдавались. Все бились, все четыре звена, но кто-то был посвежее, кто-то был потяжелее. Несмотря на то, что хоккейный клуб «Саров» открыл сезон не совсем удачно, спортсмены не спешат расстраиваться. Завершается только первый месяц чемпионата ВХЛ, и впереди еще есть время, чтобы показать себя. У нас молодая команда, много кто не играл в высшей лиге, кто-то играл мало в этой лиге. Но, не знаю, как я вижу прогресс у нашей команды. Прибавляем от игры к игре. И это еще только начало чемпионата. Думаю, у нас все будет хорошо. На сегодняшний день хоккейный клуб «Саров» находится на 13-й строчке турнирной таблицы высшей хоккейной лиги. Поддержать наших спортсменов может каждый. С расписанием игр чемпионата ВХЛ можно ознакомиться на официальном сайте хоккейного клуба «Саров». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». На стороне одних молодость и юношеский задор, на стороне других – многолетний опыт. Победа в первой товарищеской игре осталась за подопечным Виталия Пурьева. Хоккеисты «Саров Инвеста» решили взять реванш и вновь встретились с «Ракетой» на ледовой арене. Они более молодые, более шустрые, более быстрые, но не очень легко с ними играть. То есть приходится бегать много. И мы начали сезон буквально полторы недели назад, а они начали уже больше месяца назад. Став чемпионом первой лиги области в прошлом сезоне, хоккейный клуб ставит перед собой новую цель и усиленно тренируется. Кроме хорошей физической подготовки каждого спортсмена, важна и слаженность действий команды. В этом году мы планируем выступать в высшей лиге чемпионата области. То есть там уровень команд уже посерьезнее, да, то есть посмотрим, проверим свои силы. Товарищеские матчи показали, чему на тренировках нужно уделить особое внимание. К тому же победный состав команды обновился. Несколько игроков выбыли из-за травм, другие – по личным обстоятельствам. Так, один из лучших хоккеистов решил повысить профессиональный уровень и теперь защищает честь города на российском уровне. Михаил Румынин без нашей команды перешел в ХК «Саров» играть теперь в высшей хоккейной лиге. А по остальным как бы все те же самые, то есть подтянули молодых ребят, вот сейчас с нами тренируются, посмотрим, будут ли готовы к сезону. Время усиленных тренировок не прошло даром. В этот раз матч завершился со счетом 6-4 в пользу победителя первой лиги области. Елена Грискова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24. На праздник бега в Нижний Новгород саровские легкоатлеты приезжают ежегодно. На этот раз спортивная школа ИКАР заявила на соревнования сразу две команды. На пути к призовому месту саровчанам предстояло преодолеть сложную дистанцию. По итогам соревнований команда мальчиков «Дюшикар» заняла второе место в своей группе. Было тяжело. Команда сильная. Мы проиграли там курсантам. Соперник был силен, но мы в следующий раз обязательно их выиграем. А вот команде девочек повезло немного меньше. На финиш они прибежали третьими. Спортсменки признаются, что в этом году им достались сильные соперницы, поэтому бежать было сложнее. Хотя отрыв от лидеров соревнований и составил всего несколько секунд. Было обидно, потому что мы рассчитывали на более лучший результат. Мы все молодцы, мы хорошо выступили. Просто, может быть, было какие-нибудь моменты, где нужно было поднажать сильнее.
Всего в дне эстафет приняли участие 200 команд со всего региона. Победителями и призерами стали 66 команд в 11 группах. От школьников до сильнейших коллективов физкультуры Нижегородской области. Главным событием спортивного дня стал 92-й легкоатлетический пробег на призы газеты «Нижегородская правда» и правительства Нижегородской области. Эстафетный бег – это же очень интересно, с палочкой передавать команды, командный дух. Больше такого нету нигде у нас. Ну, считай, как первенство в области было. Ну, все города Нижегородской области. Уже весной воспитанники спортивной школы ИКАР вновь отправятся в Нижний Новгород на ежегодный легкоатлетический забег на призы правительства Нижегородской области. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Весь турнир «Терем» и «Буревестник» шли практически на равных, и финал должен был определить, кто все-таки сильнее. Уже в начале игры спортсмены «Терема» взяли инициативу в свои руки и забили первый мяч в ворота соперников. А к концу первого тайма утвердили свое преимущество еще одним голом. Отыграть пропущенные мячи «Буревестник» не смог. Команды не хватило на два дня игры. У нас через день была игра. То есть в понедельник мы очень важную игру играли. По сути, игра за этот полуфинал получился. То есть команда выложилась на эту игру, и сегодня уже не хватило, просто физически. «Терем» – молодая команда, играет на городских турнирах всего 2 года. Но за это время спортсмены успели заявить о себе. В прошлом сезоне они завоевали титул чемпиона зимнего турнира по футболу среди команд Сарова. А в этом году стали лидерами 70-го юбилейного чемпионата города. Планировали в тройке быть. Вот, ну вот, как говорится, случилось спортивное чудо и заняли первое место. Вот, игрок был достаточно сильный, боролись. То есть от этого матча зависело все. Либо будем первое место займем мы, либо первое место займет «Буревестник». Вот. Но все-таки 70-й чемпионат достаточно такой юбилейный. Вот. И было очень приятно выиграть. Всего в чемпионате города приняли участие 14 команд. По итогам турнира с минимальным отрывом вторыми стали футболисты «Авангарда». А обладателями бронзы – игроки команды «Буревестник». Каждый коллектив показали достаточно хороший футбол. Содержательный. Ну, на следующий год, думаю, некоторые команды выводы сделали, тоже включатся в чемпионскую гонку. Но на этом футбольные баталии не закончились. Саровским спортсменам предстоит определить еще и обладателя Кубка города 2018 года. Полуфинальные матчи соревнований пройдут 1 и 2 октября на центральном поле стадиона ИКАР. Начало игр в 18:00. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Спортсмены из Сарова вошли в элиту любительского баскетбола России. После уверенного выступления на чемпионате Приволжского федерального округа парни из клуба «Атом» остановились в одном шаге от путевки в суперфинал, попасть в который им помогла госпожа удача. Но не зря говорят, что везет тому, кто везет. Среди 16 сильнейших команд со всей страны саровчане чуть было не произвели настоящую сенсацию. О том, как складывались игры, самых драматичных и радостных моментах, попаданием в топ-7 лучших команд страны и многом другом мы поговорили с директором БК «Атом» Алексеем Ковтуном и главным тренером команды Дмитрием Покровским. В финале 4 чемпионата Нижегородской области заняли 1-е место, вот, что дало нам возможность участвовать в финале межрегиональной любительской баскетбольной лиги Приволжского федерального округа, чемпионата России. В результате мы в полуфинале, нам немножко не хватило, проиграли мы Саратову. Вот. Ну, расстроились, да, но собрались, что решили, давайте, надо с призами уезжать. Ну, в результате, значит, мы заняли 3-е место, автоматически путевки выдавались 1-му и 2-му месту в суперфинал. То есть это 16 сильнейших команд России мужских и 12 сильнейших команд женских участвуют в суперфинале. Вот, поэтому мы, конечно, расстроились, что автоматически мы не попали. Ну, письма мы написали, что возможность есть, как бы и желание. В середине августа позвонил генеральный директор МЛБ Антон Зимин. Вот мне говорит, Алексей, говорит, вот так и так, есть возможность поучаствовать. Вроде одна команда сейчас по финансовым возможностям, скорее всего, не поедет. Я вам звоню как первым, потому что вы там на хорошем счету и в том году участвовали в суперфинале. Здесь Приволжский федеральный округ, очень сильная команда и 3-е место. Поэтому мы приглашаем вас, если у вас получается по составу. Я, говорит, понимаю, что времени осталось там, ну, 2 недели, по большому счету. Не так это просто. Ну, то мы будем рады вас видеть в 16. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока!